Тверской области стартовал проект «Кадры в село». Он реализуется при поддержке Тверского медицинского колледжа. Его цель – привлечь молодежь в медицинские профессии и пополнить учреждения здравоохранения, действующие в сельской местности, новыми кадрами. Присоединиться к проекту приглашают все муниципалитеты Верхней Волжи. Пока участие принял Торжокский район. Так, в рамках проекта «Кадры в село» преподаватели медицинского колледжа на организованной встрече рассказали журналистам и родителям Торжокского района о медицинских профессиях, о поступлении, о мерах поддержки студентов-медиков со стороны региона и муниципалитета. Это программы и проекты, направленные на привлечение медиков на село, в том числе подъемные выплаты и надбавки к зарплате. Подготовка кадров – системная работа, где особое внимание уделяется профориентации молодого поколения, считает глава региона Игорь Руденя. Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Главные задачи – наращивать объемы выездных форм работы, развивать санитарную авиацию, устанавливать в районах новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная кадровая работа.